Иногда я программирую драм-машину и подыгрываю ей на гитаре. Я хотел бы играть в группе, но всякая попытка играть с другими показывает, что они полнейшие кретины без малейшего проблеска таланта или ума, и из тупости или зависти губят на корню все мои начинания, ублюдки. Все было бы не так плохо, будь они разумны, однако такого не бывает. По моему опыту, все музыканты – выродки рода человеческого. Одно сплошное самомнение и ничего более. Если бы у меня были деньги, я бы снял студию и записал все сам. Вышло бы просто замечательно. Это я вам говорю.